Всем привет, друзья! Вы на канале Duda Play. И мы продолжаем играть в игру. Растения против зомби. Остановились мы на ночном режиме. На 6 уровне. Ага. Ух ты, смотри, бегун появился. Так, какие берем? Вот этот грибочек, потом вот эти вот два грибочка. Орешек обязательно. Гипногриб давайте возьмем. И возьмем вот такой вот еще. А, грибочек. Поехали. Так, сразу сажаем. Бесплатный. Давай денежку. Надо было, которая денежный садить первым. Так. Все, сейчас насадим. Нам будет монетки давать. И бесплатного тоже. Ой, хорошо, что я туда посадил. Как раз зомбарь идет. В этом месте. И мне еще... А, вот еще бесплатно нет, давайте сюда. Так, а здесь прям очень... Как-то так не... места мало. Куда садить. Грибочки. Ну, давай его сюда посадим пока. Места пока много у меня. Гипногрибов потом тоже. Ну, не знаю, быстро они восстанавливаются или нет. Эти гипногрибы. Так, все, первая линия у нас засажена грибами, которые нам будут давать солнышко. Солнечную энергию. Давай это сразу орешек посадим. На всякий случай. И продолжаем сажать грибочки. Которые дают нам энергию. А этот вот этот сейчас гриб сожрет, смотри, в шляпе, который. Просто он очень сильный, такой мощный гриб. Ой, гриб, говорю. Зомбарь. Да. Сейчас он сожрал, смотри. Мне нужно срочно еще один бесплатный сюда посадить. Ох, ребятушки. Смотри, что творят. Что творят они. Давай сюда орех посажу. Так, сюда бесплатного сюда посажу. О, бегун сюда здесь появился. Надо его быстро гасить. Прям срочно. Он очень быстрый, он спортсмен. Он пожирает все очень быстро. Надо его постараться быстренько уничтожить. Сразу вот эту плиту я хочу уничтожить. Чтобы она не мешала мне здесь. Давайте. О, она быстро восстанавливает вот этот. Который уничтожает плиту. Пожиратель плит. Так, тебе нужно сажать на граверсы. Да, понятно. Подсказывают мне. Мне надо эти плиты уничтожать. Так, где вот еще плита большая? Мне надо бы еще какие-нибудь... Другие посадить сюда. Гипногрибы еще посадить успеть. Так, давайте орех сюда посадим. Ага. Вот так вот сделаем. Так, большая бригада сейчас пойдет. Зомбарей. Так, давай гипногриб один посадим. Например, вот сюда. Гипногриб. Сейчас он его съест и превратится в этого. Хорошего нашего приятеля. О, все, он сожрал, пошел куда-то. Блин, сейчас убежит. Ух ты, алмазик. Алмазики надо собирать. Это прям хорошая вещь. На, орех поешь. Зомбарь. Зомбарь-вонючка. Давай, вот этот будем еще кушать. А вот этот прям, смотри, такой молодец, спортсмен, очень быстрый. Все, всех сожрали. И мы получаем новый грибочек. Трусогриб. Трусоход, трусогриб. Он, короче, он прячется, когда рядом зомбики есть. О, вот этот замораживатель гриб вообще офигенский. Сейчас, если мы его выиграем, будет круто. Так, набираем стандартные наши грибы. Давай трусохода возьмем. Он как бы вообще очень дешево стоит. И возьмем... кого еще взять? Ну, вот этого и вот этого. Все.
А, может быть, вот этого надо, вот этого посадим. Поехали, поехали сажать. Так, сразу садим вот этого. И ждем. Ждем, ждем, ждем. Еще. Давай трусохода посадим, знаешь, куда? А вот сюда. А, денег нету, давай быстрее. Ладно, не будем тогда заморачиваться слишком. Надо нам посадить вот именно, которые солнышки дают. А уже потом бесплатные. Экс. Вот смотри, вот я его сюда разве сажал? Вот сюда его сажал, он меня сюда посадился. Так, трусоходик, давай его сюда посадим. Во. Пойди, он быстро, быстро будет. Давай. А, смотри, никого здесь нету. Ё-моё, быстрее. Грибок. А, надо успеть. Так, и вот эти... Все, линия уже посажена, хорошо. Первая. Так, давай, я тебе помогу. Ладно, трусохода сюда еще поставлю. Он хорошо стреляет. Но он прячется. Это плохо. Ну, видишь, он уже он стрелять начинает раньше, чем другие грибочки. Во, давайте, стреляйте. Уничтожайте зомбиков. Очень мало у меня солнечной энергии, прям практически нету. Все, кончились деньги. Так, орех. Ну, орех давай. Давай сюда орех этот посадим. Трусоходика сюда. Потом будем плиты эти сжрать. Так, этот в шляпе мне не нравится. Дружок. Нам нужно большой посадить. Во! Давай, стреляй. Так, сюда трусохода. Ну все, ждем. Ждем, ребята. Что-нибудь. Пока вырастут сейчас эти грибы у нас, мне будут большие солнечные энергии давать. Пока маленькие. Ах ты гад, смотри, сожрал бесплатно. А этот спрятался уже, смотри. Прям такой ненадежный какой-то. Гриб. Надо подумать. Нужны либо очень далеко их ставить, чтобы они не прятались. Так, бесплатного сюда. Так, мне нужна срочная энергия. Давайте вот этот уничтожим. Опасный такой, прям рядом стоят они. Слушай, а они не вырастают? Я что-то не обращаю внимания. Мне кажется, они вырастают. Эти плиты. Или мне так кажется? Может быть, и растут. Так, а этот жрет, никто в него не стреляет, что ли? Серьезно, что ли? Да, он сейчас орех съест. Ты подумай, а? Что творится? Так, давай сюда орех поставим. И еще одного такого. Большого. Ну, здесь прям у меня хорошо таки линия защищена. А у меня горохострела я не брал. Вот это вот можно было вот такие вот не брать. Грибы, они бесполезны, они прячутся постоянно. Так, теперь мне нужно сюда орешек поставить. Так, толпа прям, толпа, толпа, толпа. Все. Так, плиту тут обязательно съесть надо. И вот эти тоже плиты будем сейчас съедать. Пусть пока занимаются грибами. Это сейчас прячется, смотри. Пусть вот так вот будет пока что. Так, мне нужен срочно орех. О, орешек есть. На, покушай ореха пока. О, этот, блин, сейчас этого начнет расти, не мое есть. Он может сожрать его. А, сожрал, прикинь, не успел. Так, как так, а? Что же, где же, давай, давай, позовем. Тут есть плиты. Надо плиты, чтобы все уже были съедены, и все, я уже
не переживал за это. Так, ну сейчас я не буду сажать. Сейчас уже времени нету, я не знаю, что делать. Блин. А вот давай орешек мы посадим, на. Кушай орешек. Так, и здесь надо какой-то поставить защиту. Мне внизу, смотри, все открыто. Так, давай тут большого сейчас поможет уничтожить его. Хотя не факт, но может сожрать сейчас. Блин, начинает жрать. Ой, сожрал. Они, а грибы очень любят эти, как его, зомбики. Все, защита у него снялась. Есть, уничтожили наконец-таки. Ну, этого зомбаря. Так, вот еще плита. Давайте мы ее съедим. Так, сейчас будет большая толпа зомби. Сюда мне нужен орешек еще. Во. Все, у меня вся линия защищена орехами. Я теперь могу не переживать. Так, а гипногриба у меня нет сейчас, да, уже? Я его не брал. А ну, то есть бомбочка. Сейчас мы их всех взорвем. Так, взорвали половину. Так, вот, вот этого еще как-нибудь убить. Так, он этот будет стрелять? А, он его съел просто. Он его просто сожрал. Так, давай выкопаем сюда, отсюда. И посажу я большой гриб сюда. Опа! Все, победили. И открыли мы супер замораживатель, который грибом взрывается. Спасибо. Да. Ну что ж, ребят, хорошо поиграли. Будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.